Вопрос, какова причина названия суры Аль-Фатиха таким именем? Почему, то есть, Фатиха называется Фатиха? لماذا تسمى سورة الفاتحة بهذا الاسم? Почему, то есть, Фатиха называется таким, почему Фатиха такое название, как Фатиха, да? لأن افتتح بها القرآن. أول سورة في سورة القرآن Аль-Фатиха. Потому что это та сура, с которой Фатиха, то есть открывающая. То есть, почему? Потому что с нее начинается Коран. То есть самая первая сура, которую мы видим в Коране, это сура Аль-Фатиха. يفتتح بها المصلي الصلاة. Также мусульманин открывает с Фатихой свою молитву. يفتتح بها الخطباء يعني الخطيب الآن عندما يصعد يوم الجمعة أحيانا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. То есть некоторые говорят хатибы, то есть поднимается на мимбар в джума и начинает, то есть свою хутбу с этих слов, да? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نعم. среди названия سورة الفاتحة. نعم فقط. أسماء. أعرف لا تذكر لهم هي. من يعرف أسماء سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة لا أسماء. То есть у سورة الفاتحة говорит есть другие имена, другие названия. Кто говорит знает эти названия? من يعرف نعم. أم الكتاب أم القرآن. Это أم الكتاب, то есть мать книги или же, то есть мать писания. يعني معنى هذا معنى أن كل ما في القرآن موجود في هذه السورة. Это означает, почему так называется мать писания, потому что все, что есть в Коране, заключает в себе сура Фатиха. يعني الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. То есть приказ к توحيدу, запрет ширка, послание пророка صلى الله عليه وسلم. نعم. غيره. Другое название. صلاة. تسمى الصلاة. Также называется она ас-саля, молитва. سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم. Как сказал пророк сам нам в хадисе Кудси, то что Аллах говорит в Коране, я поделил ас-саля, то есть молитву, на две части между мной и рабом. نعم. Рукья. اسمها الرقية. Также есть название Фатихи заклинание, то есть рухья. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنها رقية. نعم. И как сказал пророк, когда задал вопрос подвижнику, с чего ты взял, что Фатиха является рукьей?